Есть один человек в интернете, у которого есть микроскоп, и он любит свою кровь смотреть, как он ее знает, как она там двигается, все остальное. Если будет интересно, я ссылочку найду и, может быть, где-то на странице выложу, вы потом его найдете и будете у него смотреть. То есть он что-то съест и потом смотрит через какое-то время, что-то выпьет и потом смотрит. У него там уже куча, целый каталог всего. Так вот, любопытно, что кровь очень хорошо двигается, жидкие эритроцитики там отлепились и все, и они такие живые. У него было сначала, он радовался, что это был чеснок, он поел через какое-то время. Потом он съел две гвоздичинки, ну не две, он пять съедал, но в принципе двух достаточно, да. Опять кровь хорошая была, жидкая, да. Вот. А потом он сделал следующее. Утром проснулся, выпил водички. Ну, как он сказал, грамм 300 миллилитров, да, ну, я так понимаю, полтора стаканчика, то есть каким-то. Потом сел, хорошенько продышался, то, чем мы с вами занимаемся. В принципе, он потом уже посчитал, первый раз он сделал 30 минут, а так он считал, что ему достаточно и 10 потом. Вот это вот полное дыхание с выдохом, или же дыхание с задержками, или дыхание по квадрату. То есть хорошенько продышаться, вот, и у него кровь стала такой же текучей, эритроцитики разлетелись, как и после чистока и всего остального. Вот вам три момента. Я дам этого человека, что мне здесь скрывать? Вот, давайте я на страничке выложу или здесь, как скажете. Я и на страничке здесь сделаю.